привет! Ну что, я завтра уезжаю уже в Москву, у меня остался один день. Сейчас я еду в последний мебельный магазин присмотреть мебель. Но в основном диваны меня интересуют. Смотрите, здесь церковь католическая. Здесь вот такое здание. Так что, видите, достаточно красиво. И к тому же сегодня еще небо голубое. А когда это все еще будет в зелени, будет вообще необыкновенно. Приехала я в магазин, вот так он называет, а сейчас посмотрим с вами, что здесь есть. В общем, тут чего только нет. Я пока в отделе все для дома. Сейчас на второй этаж пойду, там, наверное, мебель. Вот такие пледики деткам присмотрела на кроватке по 15 евро. То есть 1000 рублей. Разные-разные. Но мне сейчас это рано все покупать. Нам сейчас самое главное мебель. А всякий декор это будем уже потом смотреть. О, смотрите, какой тоже мягенький пледик. Я тут смотрю карнизы. Есть такие классические. Это нам на будущее нужно будет крепить к стене. А есть, знаете, какие-то странные на липучках. Ребят, кто знает, что это такое? То есть прям тут липучки такие. Как их крепить? Ну, в общем, Саша пусть с этим разбирается. Для меня это вообще темный лес. Вот такие штуки. Что выбрать? Тут, видите, самые разные есть. Ну, не такие, конечно, мы будем брать. Вот такие к потолку. У нас всегда вот подобные были такие. Или вот классические какие-то есть. Диванчики пошли. Ну, мне так нравятся вот такие диваны, но он очень огромный для нашей гостиной. 850 евро. Смотрите, какой стол мне понравился. Кстати, вот этот цвет вроде подходит под наши полы, но не точно. Такой интересный. Стоит он 200 евро. А в Икее за 200 евро самый обычный стол. Ничего особенного. Тут прям реально дорого выглядит. В раза два дороже, чем стоит. Классный. Но мне кажется, большеват для нас будет. Ну что я вам скажу, выбор большой. Средняя цена, наверное, евро 700-800 за диван. Вот видите, есть такие прям бюджетные варианты, но вот, смотрите, выглядит, кстати, очень дорого, всего 400 евро. Как будто из кожи выглядит, прям такой, знаете. Но, мне кажется, из ткани уютней. Это первое. Во-вторых, нам черный цвет не подходит. Мне кажется, что все-таки из ткани, из такой, может быть, замшевой ткани. Ну, не знаю, как вам описать, из мягенькой, намного приятней. Вот, симпатичный, но вот эти кожаные элементы меня напрягают. Детские нашла. Вот такая кроватка 129 стоит. Ну, не знаю, слишком пестрая. О, смотрите, какая интересная, да? Как из сказки. И сколько такая стоит? Если я не ошибаюсь, 222. Тут есть шкафы, очень похожие на икеевские. Но знаете, я Икее как-то больше доверяю. Не знаю, что это за фирма. Вот видите, даже уже выставочные образцы продаются с браком. Кстати, мне очень понравился вот этот шкаф. Он прям вообще шикарный. Я единственное не знаю, как его вместить, куда его вместить в комнату. Но пока что надо будет сфотографировать и подумать потом уже, когда переедем. И вот, кстати, похож на икеевский, но выше. То есть это получается 225. И мне даже, мне кажется, он больше нравится, кроме ручек. Смотрите, какие милые подушечки. На диванчик снимается чехол. Я сейчас зашла в Примарк. Как же я хочу сюда деток привезти потом, когда приедем. Сейчас уже нет смысла мне покупать в Россию, чтобы потом из России обратно одежду везти. Поэтому ничего покупать деткам не буду. С Алиночкой, с Марком сюда придем. И я им что-нибудь на лето подберу. Тут такие, знаете, цены вообще просто невероятные. Футболки могут быть по 2 евро, то есть по 150 рублей. И все, знаете, принты такие модные, стильные. И натуральный хлопок. И особенно мне здесь нравится именно на совсем маленьких деток. Вот видите, с поняшками все есть. Такое все классное. Алинка приедет, сама себе выберет, что хочет. Вот видите, для маленьких три наборчика. Ну, это типа бодики, да, по 7, за 7 евро. Вот такие всякие. Чего тут только нет. Бодики в наборах, пеленки. И это все очень бюджетно здесь стоит. Я не знаю, открылся вообще Примарк или нет в России, но если откроется, мне кажется, он будет более популярен, чем какой-нибудь H&M, потому что, смотрите, три комплекта бодиков, например, стоят всего 11 евро, то есть, ну, где-то 800 рублей за три пары. И такие все расцветки миленькие, посмотрите, нежные, вот. По качеству, знаете, ну, напоминает H&M, наверное. А что-то даже на Мазыкею может походить, потому что есть более такой дорогой сегмент здесь, есть подешевле. Но в целом, мне кажется, что это аналог H&M, только еще дешевле, чем H&M. И тут и женская одежда, и мужская есть. В общем, я находилась, сижу, жду Сашу. Там кто-то поет, играет.
Вот сюда я ходила, галерея Kaufhof, как-то так она называется. Там разные магазины, и косметика, и, ну, Sephora, и одежда брендовая. И там игрушки на третьем этаже, так что мы туда потом сходим. Ну что, собираю чемоданы, хотела вам показать, что везу в этот раз из Германии деткам, родным. Сыры, колбасы немецкие, это, конечно, тоже все будет, но это в холодильнике лежит. Я завтра утром положу все в чемодан, главное не забыть. Итак, из вкусняшек мы с Сашей открыли для себя кноперсы. Они напоминают сникерс, но здесь вафелька, то есть они все-таки, это больше вафля, а не такой вот батончик шоколадный. Взяли в батончиках и взяли в виде вафелек. Классные штучки. У нас в России таких нигде не видели, хотя кто-то мне говорил, что в России их покупал. В общем, везем родным на пробу. Следующее, что везу, увидела в Кауфланде вот такие какие-то вкусняшки, очень аппетитные мне показались по фотографии. Тоже, знаете, наподобие Твикса, но вот что-то другое. Так что попробуем, не знаю, насколько вкусно. И, кстати, что-то тоже наподобие Твикса. Вот такое тоже увидела в Кауфланде, взяла. Я почему-то Кауфленд всегда этот магазин называла, но меня исправили, что Кауфланд надо говорить. Следующее, взяла Риттер Спорт. Он, конечно, в России тоже есть, но тут он дешевле в два раза стоит. Все-таки это немецкий шоколад. Взяла темный шоколад с миндалем и апельсином. Следующее, что взяла, ну вот эти уже не первый раз беру, и Сталина брала деткам. Тут ассорти мармеладок, они в маленьких упаковках, и очень удобно деткам по выдаче выдавать. Делю между племяшками, моими детками, я думаю, они обрадуются, они любят мармеладки. И Алине с Марком везу рацию. Мы не стали какие-то крупногабаритные покупать подарки им, потому что уже сюда приедем, будем здесь уже что-то нормальное покупать. Поэтому везу чисто так вот, небольшой сувенирчик. Побегают по квартире, мне кажется, что им будет интересно. Посмотрим. И Алинке я вот такую красоту в примарке взяла. Здесь заколки, колечко, бусики, браслетик и вот эта милота. Посмотрите, просто невероятно смотрится. Как раз у Марка день рождения, может быть, наденет на день рождения. Так что все, завтра выезжаю с Сашей в 9 часов утра, сейчас дособираю чемодан. Стараюсь много с собой не брать, то есть я основные все свои вещи оставила здесь, чтобы потом их не тащить обратно, поэтому чемодан у меня будет полупустой. Да, я чуть не забыла, я еще маме взяла вот такое манго. Это натуральная манго, потому что то, что мы покупали у нас в России, знаете, есть такие палатки восточные, там продается манго в сахаре. Это просто засушенный манго свежий, то есть без сахара, без каких-либо сиропов. Очень вкусно и низкокалорийно, потому что, ну, просто натуральный продукт. Мама сейчас у меня на диете, я тоже сейчас сажусь на диету. Вот таких штучек прям очень много здесь съела вместо конфет, очень классные. Я думаю, что в России тоже, наверное, везде продаются, в каких-нибудь эко-магазинах, плюс на iHerb многие заказывают. И еще взяла вот такие чипсы из манго, то есть они более сухие, вот эти помягче. Так что маме везу такие полезные вкусняшки. Всем привет! Ну что, все, еду в Москву, Саша меня провожает. Эх, сейчас получается на часах 9:30, у меня в 12:50 самолет. Вот так выглядит аэропорт Тегель. В прошлый раз я из Шенефельда улетала. Вот так аэропорт выглядит внутри. Ну, кстати, нормально, потому что Шенефельд вообще какой-то доисторический. Здесь хоть более современно все. Лечу на ЮТЭР. Интересно, будет много народу в самолете? Я надеюсь, что нет, потому что, видите, я в серединке сижу. Если ко мне сядут, я вообще буду зажата между пассажирами. Я так люблю возле окошка сидеть, но мне что-то второй раз уже не дают место возле окошка. Ну что, получаю багаж и еду к деткам. Кстати, никакая медкомиссия нас не проверяла, температуру не измеряла. Просто вышли, ну как обычно, вот получаем багаж и едем. А то панику кто-то наводит. У меня самый-самый яркий багаж, смотрите. Все, получаю, поехала. Ну что, любимая Москва и толпы в метро. Я сейчас с чемоданом буду пробиваться. Мне нужно на Павелецкий вокзал и там на электричке поеду. А сейчас час пик, сейчас 6 часов вечера, как раз все с работы идут. Иди ко мне. А Марк, вы представляете, первым делом увидел меня и говорит, игрушки, вы представляете? Игрушки ему важнее, чем мама, иди ко мне. Подарки ждут, да. Смотрите, как у Марка волосы отросли, нужно его перед днем рождения сходить постричь, да, Марк? Нет, пусть у Марка будут... Пострижем тебя? Нет. Волосы пострижем? Мама, пусть у Марка будут глиняные волосы. Мама, пусть у Марка будут глиняные волосы. Ну расскажи, ты скучала по мне? Да. Очень? Да. Больше я не уеду. Дай скоро к папе поедем. Да. Мама! А я... Мама!
Ну что, пока я была в Берлине, мама получила мой заказ с сайта Shein. Давайте вам покажу, что заказала в этот раз. Напоминаю, что с Shein я сотрудничаю, они мне на обзор высылают товары, которые я сама выберу на сайте. Итак, что я вам скажу? Конечно, интернет-заказ не может быть на 100% удачным, потому что, ну, как всегда, нельзя онлайн подобрать одежду по своим параметрам. Что-то мне подошло, конечно, что-то нет. Что мне невероятно понравилось, я вам сейчас все примерю, покажу. Это вот эта юбка, она просто нереальная. У меня была похожая, точнее, у меня есть, ну, практически такая же, только черная и чуть покороче бежевая, но бежевая у меня полупрозрачная. Вот эта юбка, она с классной подкладкой и не светит нижним бельем. Следующее, вот такие кроссовки, очень классные. Сейчас тоже примерю, покажу, как смотрится на ноге. Не знаю, как по качеству, но вот так, если смотреть, все швы отличные, клей нигде не виден, очень понравились. И самое главное, что они легкие, как пушинка. Следующее мое разочарование, которое я очень ждала, сам пиджак, точнее жакет, он очень классный, он с подкладкой, выглядит реально дорого, в магазине Zara подобные от 5000 рублей и выше, 5-7 тысяч рублей такие жакеты стоят в Zara, но он мне невероятно большой, это сейчас модно, стиль оверсайз, но вы знаете, что к этому стилю я никак не привыкну, и поэтому этот пиджак я подарю своей сестренке, она будет в восторге, она покрупнее меня. Следующее, я получила вот такую джинсовку, она, кстати, неплохая, единственное, она мне впритык немножко, нужно было посвободнее немножко брать, но в целом неплохо смотрится, сейчас тоже примерю, покажу. И заказала три халатика, один халат просто невероятный, посмотрите, с какими он рукавами. Очень красивый. Следующий халат мне пришел без пояса, то есть Shein не досмотрел, и отправили мне халат вот в таком состоянии, то есть я не знаю, нужно отдельно как-то будет покупать ленточку или шить пояс, потому что, видите, вот тут есть, как она называется, штучка, куда нужно просовывать пояс, но пояса нету, хотя халат очень красивый, качественный, но вот, к сожалению, да, пробел. И халат, который я вам не буду на себе показывать, потому что он прозрачный. Здесь идет комплект, вот такая сорочка ночная, вот видите, все видно. Муж, конечно, обрадуется, такая коротенькая сорочка прозрачная. Но я не люблю такие непрактичные вещи, потому что вдруг к вам курьер пришел, да, или в гости кто-то зашел, а вы в прозрачном халате. Нет. Ладно, давайте вам все покажу. Вот этот халат мне невероятно понравился. Посмотрите, какая красота. Он идет чуть выше щиколотки. Такой тоненький достаточно, то есть он не согреет, но зато очень красиво смотрится. И вот тут такое кружево, нежное-нежное. Юбка выглядит вот так, я от нее в восторге. Посмотрите. Думаю, на день рождения все-таки к Марку, наверное, ее надену, если никакого платья не найду. Единственная футболка сюда нужна другая. Значит, здесь идет резинка. Она на любую фигуру, мне кажется, подойдет. Идет подкладка и несколько слоев фатина. У меня, кстати, есть Shein подобная, только черного цвета и подлиннее. Так, девчонки, что касается кроссовок, вот так они смотрятся, как пушинки, легкие-легкие. Надеюсь, что по качеству будут хорошие. Я смотрела подобные кроссовки в магазине Stradivarius, они реально весили, мне кажется, пару килограмм. А эти несколько сотен грамм, наверное, максимум, реально очень комфортные. Но в них, я думаю, бегать все равно не вариант, они больше именно как повседневная обувь. Не для бега. Посмотрите, как выглядит образ. Спортивная футболка, женственная юбка и кроссовки. Вот такие массивные. Мне кажется, очень классно. Ну что, девчонки, улыбнитесь. Он реально такое ощущение, что взят с мужского плеча. Это сейчас модно. Я смотрела всяких фэшн-блогеров, и они реально выкладывают вот такие фотки. То есть девочка хрупкая, и вот такой объемный пиджак придает ей еще большую хрупкость и женственность. Но это не мое, я так не хочу ходить. Вот видите, плечи получаются мне на полтора размера больше. Ну и в целом он просто громадный, хотя это размер S. Поэтому я его подарю Насте, и на Насте он будет просто великолепно смотреться. Что касается джинсовки, смотрится она вот так. Но мне кажется, на размер больше надо было брать. Как-то она вот тут мне прям плотно очень сидит. Тоненькая такая, знаете, в ней не слишком жарко будет, если вы летом ее наденете. И вот так, смотрите, получается юбка, джинсовка и вот такие боты. И да, девчонки, напоминаю, что Shein предоставляет скидку всем моим зрителям. Все ссылки и промокод на скидку будут под этим роликом. Давай руку, Маркуля. Ну что, сегодня уже другой день, мы приехали к бабушке Тане на выходные. Алинка тащит свой чемодан, туда все вещи загрузили. Так удобно с маленьким чемоданом, вот когда недалекие поездки. Марк, тебе тоже такой чемодан надо, да, Маркуль? Да.
Тебе тоже? Нет, только не такой. Давайте я мальчишечий закажем. Там вроде чемодан есть в форме самолета или дракончика. Марк, какой ты хочешь, дракон или самолет? Два. Два? Нет, два нам не надо. Какие цветочки красивые. Обожаю в корзинке, так смотрится классно. Мама. Кушать? Угу. Сейчас будем кушать, Марк. Вообще. В общем, у нас Марк, как самый истинный мужчина, помогает готовить салат. Точнее, сам готовит, да, Марк? Ты сам готовишь крабовый салат? Настоящий мужчина, скажи, женщины отдыхают, да? А я буду готовить. Для бабушки, скажи, обязательно, для мамы, для бабушки. Видите, посадили ребенка. Мелкая моторика развивается у нас. Нравится тебе чистить, Марк? Так сосредоточено. Бежала в подружку, смотрите, какие классные тут зубные щетки для деток. Я взяла Алинки с Марком вот такие. Алинка в последнее время не любит розовый, говорит, любит очень зеленый или голубой. Марку взяла с акулой, а Алинке с крокодилом, ну или какие выберут. Тут главное, они на присосках, то есть их можно ставить, плюс вот такие классные колпачки. Я думаю, радости их не будет предела. В общем, выбираю, сегодня тут скидка 23, вроде процента на все, так что хочу что-то из косметики себе взять, сейчас посмотрю, похожу. Моя любимая тушка Баре. Единственное, я смотрю, сейчас вышла какая-то новая. А вот это называется со сценическим эффектом, а это какой-то прям запретный объем. Наверное, возьму ее, попробую. Ну, видите, тут много разных серий, но вот это вот моя самая-самая любимая. Я уже вам раз 1000 говорила. Попробую эту, сравню. Мне так от Catrice понравились вот эти тени. Смотрите, какие красивые. Ну, камера у меня не передает. Они так красиво переливаются и, главное, не пылят. Стоит всего 428, сейчас еще скидка 20%, я, наверное, возьму, протестирую. Очень классно. Вот эта вот серия для одного макияжа, то есть я обожаю, я вам говорила, 3-4 цвета использовать. И для второго макияжа вот такие вот весенние оттенки. В общем, сейчас возьму вот эту, протестирую. Тут еще, посмотрите, сколько много. Ну, вот эти коричневые, у меня много коричневых оттенков, а розового у меня давно не было. Вот такие красивые. Еще смотрите, какой красивый цвет. Сиреневый-сиреневый вообще. Шикарно. Единственное, я не люблю один цвет использовать, поэтому не знаю, как его сочетать. Забрала заказ из Faberlic громадный. Закупилась в подружке. Сейчас вам дома приду, покажу. Кстати, девчонки, кто-то мне говорит, что Берлин серый город. Мне кажется, что в это время года все серое. Но вы посмотрите, пока зелени нету, любой город в данный период времени, он вот такой вот некрасивый, унылый, скучный, серый. Так что все вместе с вами дружно ждем весны. Мне кажется, любой город преобразится. Даже вот этот маленький городок авиационный в Домодедовском районе будет просто прекрасен. Когда будет все здесь зелено, кругом и красиво. Ну что, нагулялись? Да, мы игрушки купили. Бабушка вас балует, да? Опять. Марк, что делал на улице? Игрушки? Раздевайся давай. Играть? Классная машинка? Да, можно, только Марку шоколад нельзя, Алина, от киндера. Кто тебе попался в киндере? Ничего себе! Пластиковый, да? Ой, я все равно не могу забыть, какие раньше игрушки делали в киндере. А у Марка кто? Ну вот, ерунда какая-то. А, собачка вот. Да, я говорю, раньше были какие красивые, бегемотики всякие. Алина, вообще зайка симпатичный. Давай, Марк, я тебе сделаю. Давай. Марк мне сразу шоколадку отдал, потому что у него аллергия. Он знает, что ему нельзя, видите? Даже не смотрит на шоколад. Только игрушка нас интересует, да, Марк? Так, девчонки, распаковала свою посылку от Faberlic. Давайте я вам покажу, что взяла. Алинка тут рядышком. На, Алина, это тебе наклейки. Я одинаковые тебе заказала, да? Надо было звездочки. А, звездочки закончились, поэтому я тебе только цветочки заказала. Помните, я когда-то такие уже брала, они очень хорошо держатся на ногтях. Наклеим с тобой, хорошо? Следующее, что я заказала, это мой дезодорант. Помните, я в каком-то видео вам показывала, он просто нереальный. У него запах миндального молочка, он очень нежный и хорошо защищает. В общем, заказала маме, Татьяне Юрьевне, свекрови, Кате, это Сашина сестренка, все попробуют. Он реально очень классный. Я еще даже хочу перед отъездом в Берлин себе несколько упаковок взять. Ну, потому что, я не знаю, он такой нежный. Вот кто пробовал, тот меня поймет. И стоит вообще там рублей 80, там 90, как-то так. Так что, если будете заказывать Faberlic, попробуйте вот этот. Подожди, олененочек. Следующее, что я заказала, это скраб малина и белый шоколад. Скраб для тела. Он пахнет, как малиновое варенье. Я не пробовала, не знаю. Ну, потом, может, расскажу вам, если понравится. Захотелось что-то такое интересненькое купить. Я вообще скрабами для тела не пользовалась. Только
для лица покупаю, но вот решила протестировать. Следующее я заказала мыло, малины и белый шоколад. Пахнет малиновым вареньем. Я взяла маску уплотняющую, мне Катя посоветовала. В общем, потестирую, посмотрим, не знаю пока. Я взяла в подарочки вот такие весенние набор кремов для рук, но там они совсем такие небольшие. И здесь три миниатюрки духов. По 5 мл, очень удобно в сумочке носить. Очень красивая упаковка. Там еще одна была, но ее разобрали. В общем, тоже это мне на подарок. Следующее, что я давно хотела попробовать, это маска для лица. У нее прям какой-то классный эффект написано, что и сужает поры, осветляет, разглаживает, снимает следы усталости, эффект сияния дает и успокаивает. В общем, попробую, потом вам расскажу. Она, кстати, не особо дешевая, то есть около 500 рублей на сайте Faberlic. Это, знаете, как бы недешево для Faberlic. Но вот посмотрим. Отзывы хорошие на нее были, поэтому протестирую. Что касается масок для лица, посмотрите, какое громадное количество. Но это я не себе. Ну, точнее, несколько себе. У меня Динара 10 штук заказала. Подожди, Маркулен. Динаре 10 штук, несколько Кати и себе несколько. Это какая-то новая серия вышла. Они там по акции 95 рублей были. В общем, я разных набрала. Омолаживающую, восстанавливающую, маме тоже парочку дам, укрепляющая, с витамином С тонизирующая. Я эту серию еще не пробовала, в общем, потестирую, тоже потом вам расскажу. И вот эту еще одну маску взяла, она была без акции, такую я пробовала уже, неплохая, но мне интересно вот эту серию попробовать, так что потом расскажу. Вот это, кстати, подороже на рублей, наверное, 30. Вот. А еще взяла вот такую какую-то, тоже отзывы хорошие, с гиалуронкой. Смотрите, какой громадный каталог. Раньше они намного меньше были, видите, тут и одежда, и хозтовары, чего только нету. В общем, девчонки, ссылку на Faberlic оставлю вам под видео. Я вам напоминаю, что 20% скидка у вас будет. Не обязательно заниматься сетевым бизнесом, там, продавать. Можете просто для себя со скидкой покупать. Посмотрите, у Алины какая посылка. Они с этой кошкой носятся, как я не знаю кто. Мама! Бедная кошка, она уже... Марк! Пожалуйста, аккуратно только с ней. Тяжелая, а, кот, да? Алин, ну поаккуратней, пожалуйста. Кстати, этот кот очень любит в пакеты, в коробки всякие залезать. Видите, довольный сидит.